Так, всем привет, ребят. Перед началом видео, как всегда, хочу напомнить, не забываем подписываться на Telegram, на Яндекс.Дзен и на ВК. Вот, потому что многие уже заметили, да, то, что YouTube уже очень тупит, очень тормозит, некорректно работает. Ну и в ближайшее время, скорее всего, YouTube скажет: давай, до свидания у нас, да. Так, чтобы не теряться, всегда быть на связи. Все ссылочки в описании, переходим, подписываемся. Всегда на связи. Все. Всем приятного просмотра. Всем пока. Тормознул у родничка в спуске под горой. Остановился. Тут родничок. Надо водички пойти набрать. Вот. Да, кстати, всем привет. Забыл поздороваться. Это новый рейс, мы уже в пути, груженные. Едем на Самару, везем воду и идем набирать воду. Везем воду и идем набирать воду. Ладненько, погнали. Туп-туп-туп-туп. Это вы со мной скоро все родники знать будете, да, где находятся. Тоже водичка чистенькая. Да. Умыться мальца. Ладно, наливаем канистры. Так, ну что, все. Водяные запасы пополнены. Сам умылся, взбодрился. Такую, как говорится, небольшую сонливость разогнал. Сейчас в горочку как раз вот нас всех посадили. Мазафакер, бензовозик. Его обходил уже. Еще раз обойдем, ничего страшного. Все, продолжаем движением. Кому интересно, следите. Ну вот я и добрался до Сызрани. Время 8 час, по местному 8 час. Представьте, пробка от Роснефти, да? Ну как, езжаешь в Сызрань, Роснефть пробка, и он там тянется, я там толкался, вон она там. Далеко она еще там. Короче, дотолкался до заправок, место есть, тут встал. Думаю, сейчас часов до 12, до часа лучше постою. Сейчас братва рассосется чуть по чуть. Местные порассасываются, хоть легковушек не будет, то тоже легче будет. В общем, на перекур встаем, часиков на 5, на 6. И потом дальше движение продолжим. Так, видеосъемку забываю вести. Это я, значит... На Ашане разгрузился. С Самары до Ульяновска ничего путнего нету. Ну, время у нас сегодня пятница, вечер. Субботу там что-нибудь, воскресенье ждать. Как бы, ну ее нафиг. Ну, то бишь, до понедельника стоять, да? Желания бешеного не имею. Вчера в Сызрани, ну, часов до 10 пробка была, потом рассосалась. Потом я уснул, проснулся где-то в часов 5 утра. Ну и вообще пролетел замечательно. Без пробок, без всяких таких задержек. Единственное, что уже сюда, к Самаре подъезжая, раз 10 меня сотрудники остановили. Ну, они чисто на синьку работают, как бы. Это ладно. Они прям останавливают. Ни документы, ничего. Дыхни. Дыхнул. Поехали. Уже когда 10-й, наверное, здесь вот на кольце. Ну, кто знает, здесь кольцо, да. Это Оренбургское, грубо говоря. Или Саратовское, как его правильно назвать. На нем, когда уже остановили, я, блин, ну, говорю, ты уже 10-й, говорю, за сегодня. У меня уже кислород кончился дышать. Езжай. Все нормально, нормально. Все, езжай. И ладно, хорошо.
Все, мчим до Ульяновска. Так, что, продолжение видео. Сейчас я переключусь. Значит, продолжение видео. В Самаре я там не помню, на чем закончил снимать. И там бросил снимать. Что-то, ну, ничего интересного не было. И времени не было на съемки. Значит, что, Фредик, рубрика Фредди. Фары вот эти вот, фары. Сейчас при вас буду звонить. Мне уже не достали, честно говоря, если они их не распечатали. Я забираю аванс, я даю в другую контору. Я предоплату делал им. Если и не сделали мне корпуса фар вот этих, то, ну как, вот они. Если их не сделали, то, ну, говорю уже. И пусть не начинают тогда делать. А так, значит, что? Фредик у нас простоял, не трогая. Я его не трогал. Год получается. Год я его не заводил вообще от слова совсем. Ну, может, около года, я не помню там. Ну, месяцев 10, короче, он точно не заводился, этот Фред. Взял газелевский бензонасос. Или газелевский, или волговский бензонасос. Вот он лежит. Подключил. Старт. Пробуем заводить, что он нам скажет. Красавчик. Да? Так, значит, попытка номер два. Там перебили. Чик. Сцепление. И старт. Будто и не глушили. Будто и не глушили, пацаны. Че, зарядки нет. Воздух пошел, пошел, пошел воздух. Давление полтишок. Ух ты как. А Фредди-то живой! Ну чё, вот это я завёл Фреда. Аккумулятор взорвался. Фредди даже воздух накачать не успел. О, пар идет до сих пор, видите? Дым, пар. Что-то валит. О! Дырочка получилась. Небольшая дырочка. Только его завел, только воздух пошел. Как он! Кто-нибудь скажет, типа пробочки надо открывать, да? Ну, если кто не знает, тут вот такие пробочки специальные. Взорвались они. Они и так-то дохлые, как бы. Взорвался и хер с ним. Я даже вообще ни разу не переживаю. Им хана. Они 20-го года, сейчас 24-й год. Это еще на мазафакера их брал, вот эти вот аккумуляторы. Так что, говорю, даже вообще абсолютно не переживаю. Мы на интерка новую подкинем, а сюда с интерка поставим. Или сразу сюда новую подкинем. На следующий год. Значит, наверное, на этот год отзаводились мы Фреда. Ладно, завелся, живой, все нормально. Масло прогнали. Так, с интерком что у меня, значит, замена масла. Свое любимое буду заливать в этот раз. Брал у официального дилера, у своего. Значит, топливный фильтр, масляный фильтр. Вот. И кран пола кабины. Ну вот он. Это я с Фреда снял. Потому что на Интере он шушуть вот такой вот получился подгнивший и отвалился.
Ну, на Фредди у меня другая задумка, как кабину я, во-первых, не на воздухе хочу, а на пружинах на Фредди сделать. Но я одолжил у него этот кран, поставлю на Интера. Короче, Фред на запчасти пошел. Ну, пошлите еще что покажу. Так, значит, что еще? Что еще? На прицепе камера тормозная отвалилась. Ну вот. Надо будет кронштейн переварить, сделать, поставить камеру тормозную. Вот она, этот кран кабины, кран кабины пола. Вот он тут стоит. Тут его снял уже. Фитинги все эти разорванные. Выхлоп на печке, на автономке надо сделать. Вот так вот его постоянно, когда залазю, ковыряют эти вот все отложения его потихонечку. Ну, за год, я хочу сказать, его наковырял так неплохо. Если кто помнит, год назад в каком состоянии рама была, мосты в каком состоянии были и как сейчас. Хочу сказать, за год неплохо наковырял. Ну, вот когда залазю, например, вот в этом районе, да, вот я сейчас работаю, я вот это все отковыриваю, вот эти вот все отложения. Вот здесь вот все вот эти отложения. Там обстукиваю их. Ну, что обстукивается? Вот эти вот все вот так вот. Ну так, гляди, годика через два. Раз даже и пескоструить не надо будет, да? Все. Потихонечку обстучим все. Вот, все вот это все убираем. Все эти какашки. Солевые, вековые отложения, да? Вот так вот потихонечку. Потихонечку. Болтик за болтиком, гаечка за гаечкой. Может, когда-нибудь более-менее бидончик будет. Вот оно все. Вот они. Так, по прицепу у нас, ну, по прицепу, как говорил, у нас, в принципе, только камера одна тормозная. И вот сзади, вот здесь вот, отвалилась. Надо сделать. Прицеп тоже, когда вот что-нибудь залазю, ну, вот, например, вот здесь подушку, когда менял, тоже все обстукивал. Ну, так же самое, короче, как с Интером, так же и с прицепом. Потихонечку, полигонечку все обстукиваем. Отбиваем, потом грутанем и покрасим. Так, выходные прошли, набираем. Алло. Алло, да, здравствуйте, Сергей. Да, да, добрый день. Вот. По поводу фар звоню, узнать-то. Знаю. Но что там, сдвиги есть какие-нибудь? Движение есть. Она уже третьи сутки печатается. Вот, по идее, завтра должна допечататься на нашем большом станке. Вот. Потом приедет сюда к нам, и мы уже будем доделывать вот эти верхние части. Угу. Так, к сожалению, здесь подзадержались, потому что по пластику у нас не хватало как бы пластика требуемого, вот, потому что там мы подкидывали, вот уже два раза подкидывали во время печати, вот, она очень большая, вот, хочу посмотреть, что там вообще в итоге вышло, вот, я думаю, что в середине недельки я вам уже что-то скажу более такое конкретное. Угу. Ну, а то есть, ну, в четверг, да? Точнее, что-нибудь будет. Ну, да, да, среда, четверг я вам что-то скажу, вот, и мы тогда от этого будем сходить. Хорошо тогда, все тогда, до четверга. Все, спасибо, извините, что задерживаем, но мы стараемся. Ладно, хорошо, все, ничего страшного, да, все, ага, все, до свидания. Вот, ну что, как вы заметили, то, что я опять в деревню перебрался,
почему в деревню опять перебрался, потому что все равно большинство инструментов у меня здесь. Вот. То бишь даже какое-нибудь сверло, какой-нибудь меч, что-нибудь вот, когда нужен, да. Ну, в общем, инструмент, такой мелочный инструмент нужен, который стоит 300 рублей. Даже я, ладно, сюда не поеду, да, к себе купить его. Хоть он у меня есть, ну ладно, там дешевле будет купить. Но одна все равно уходит времени, получается, доедь туда, там пробки, херобки, все вот эти вот, назад вернуться, время уходит уйма. Вот, так что принял решение назад вернуться. Да, есть неудобства, но неудобства только по боксу. То, что нету теплого бокса, вот зимой, в дождь, да, там снег, дождь и морозы. Нету теплого бокса и ямы. Да, вот это неудобство. Вот. А в остальном, как бы, мне здесь удобней. Как говорится, родные стены и те помогают, да? Вот. Что у нас по Фреду? Значит, по Фреду у нас видюхи будут выходить, скорее всего, в следующем году. Хотел я в этом году, много планов было на этот год. Но я принял такое решение, то, что до конца добить по запчастям все, до конца добить, потом чисто на месяц встать, заниматься только Фредом. Месяц Фредом чисто заниматься, поставить его на полный уверенный ход и выезжать на нем работать. Такое решение. То есть следующий год, вот я сейчас на Интере докатываю, ну, страховки, техосмотры там у меня, да, все вот это вот, на Интере докатываю. И на следующий год, если дай бог, все нормально будет, я буду проходить техосмотр и делать страховку на Фреда. А Интера поставлю сюда, где стоит Фред. И будем заниматься Интером. А чем будем заниматься, это тоже уже дальнейшие планы там все. Ладно. Как говорится, сперва одно надо сделать, потом переходить на другое, да? А то Фредди тоже уже долго стоит, уже бедолага. Застоялся он, я прям вижу, он на дорогу хочет. Я прям чувствую, он, когда завел его, сейчас чуть-чуть погазовал, он прям он на дорогу хочет. Ну, вот. Ну, не судьба, видите. Начал воздух качать, взорвался аккумулятор. Ну, что ж. Ладненько, чё. Все, всем добра, удачи, на связи. Пока. Не забываем подписываться на другие соцсети. Вот. Пока.